преддверии начала нового учебного года Гостехнадзор завершает ежегодный осмотр сельхозмашин, задействованных в обучении. Инспекторы проверяют ходовые качества и необходимую документацию. Наша съемочная группа побывала на одной из таких проверок. Требования по безопасности для учебной техники такие же, как и для той, что задействовано в полях. Вначале проверяют документацию, наличие страховки, общее состояние. Сразу указывают на имеющиеся недостатки. А результаты проверки предоставляются на месте. Особое внимание уделяют исправности тормозной системы, рулевого управления, световых приборов. Мелочей в этом деле нет, ведь речь идет о безопасности тех, кто на ней работает и кто может оказаться рядом. Надо сказать, что техника подготовлена хорошо. Вот и здесь видно сразу, что техника ухоженная, она технически исправная. И при организации учебного процесса она отвечает требованиям безопасности. Сейчас на базе сельхозакадемии имеются новые отечественные и зарубежные модели. Во время обучения студенты проходят весь комплекс работ, начиная от вспашки, культивации и посева до технологического сопровождения. Студенты, а не будущие специалисты, они должны начинать свой рабочий путь, учебный путь, естественно, с работы, с учебы на хорошей исправной технике. Поэтому в академии есть определенная база, которая позволяет нам и обучать студентов. После осмотра вся техника уйдет в поля на уборку сельхозкультур. Всего в Тверской области зарегистрировано более 200 единиц техники, которая задействована в обучении. Из них около 150 проверено инспекторами.